Одесская мэрия судится с учеными, чтобы не праздновать 600-летие основания города. Рассмотрение дела длится уже больше года. Казалось бы, после того, как Верховная Рада Украины включила эту дату в перечень обязательных для празднования, ситуация должна была измениться. Но дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Уже более 20 лет одесские историки исследуют материалы, связанные с поселениями, которые существовали на месте современной Одессы. Первое упоминание было найдено в польских хрониках 1415 года. Отсюда они и считают дату основания города. В 1415 году польский историк Ян Лугаш упоминает, что на месте современной Одессы был город Кочубеев. Запись встречается в хронике истории Польши, когда король Владислав Ягайло прислал щедрую помощь константинопольскому патриарху именно из порта Кочубеев. Датирована запись 19 мая. Це є, власне, перша письмова згадка про порт Кочубеев, який потім називався і Кочубей, і Кочубей, і Хаджибей. І в січні 1795 року був перейменований на Одессу. Историки обратились в мэрию с просьбой внести этот день в план мероприятий. Однако городские власти отказались. Уже около года объединившиеся в комитете «Одессе-600» историки и общественники пытаются заставить муниципалитет все-таки отреагировать на их просьбу. При этом у мэрии не просят денег или какой-то организационной поддержки. Наша просьба состоит вот в очень малом. В том, чтобы в повестку дня был включен вопрос о праздновании 600-летия Одессы в этом году, чтобы на демократической основе депутаты городского совета могли обсудить это, разобрать. Ситуация, казалось, разрешилась, когда Верховная Рада Украины включила эту дату в перечень обязательных для празднования. Но городской совет и на это не отреагировал. Мы вот местная власть, нам вообще никто не указ, не Верховный совет. Мы вот что хотим, то и воротим. Они не верят в наш город. Более того, они не верят в его вот такую большую интернациональную историю, а желают ее связывать только с тем, что она связана вот такой пуповиной с Российской империей. Комитет «Одессе-600» не настаивает на переносе Дня города на другую дату. Одесситы привыкли праздновать его 2 сентября. Так и должно остаться. Единственная просьба – не ограничивать историю города моментом переименования.